кто сидел, кто ходит сейчас. Так а что, сейчас Настя ходит. Настя, ходи к Ане. 7 буба. 8. А вот тебе 8. И еще одна. Да ну капец, обложили меня. Ань, это игра. Никто не хочет пендель получить. Я знаю. 10 и валет. Валет? Валет, козырный. Ну вот еще. Да блин, почему ты мне не подмастила? Аня, вот еще. Ты вообще нормальный. Ну что, загребла? Теперь я хожу. Даринка, готовься. Дама. Ну, я заберу. Вот еще тебе до пары. Ого! Давай, давай, греби. Ладно. Не такая уж и маленькая карта. Ходи, Владос. Настя, держи 6. Козырка. 6 на 6? Хорошо. А вот тебе еще 2. Даринка, спасибо. Ну, я вышла. Играйте дальше, лузеры. Ну, повезло тебе. Ну что, давай, ходи. Вот, держи. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот, так, вот. Вот так вот. Вот так вот. Забирай свою 10. Я вышла. Играйте. Давайте. Интересно, кто же выиграет, а кто проиграет? Ой, Лера, тебе просто повезло. Так, Влад, лови. Вообще легко. Вот так. Блин, повезло тебе, у меня нет ничего подкинуть. Это хорошо, Дарин, подкидывай. Нет у меня ничего. Анька, держи 9. Так, давайте помогу. А ну отсядь, так нечестно играть. Ладно, ну вот тебе, держи. Валет? Нет, у меня нету. Зато у меня есть. Ой-ой-ой, ты меня так напугала, прям вообще напугала так, что обкакаться можно, вот. Анька, молодец, начал лучше играть. Даринка, есть подкидывать что-то? Да нет, нету у меня ничего. Аня, ладно, ходи ко мне. А вот тебе 8 бубновая. Да, дама буба. Ну вот тебе еще 2. Трина, есть биться или нет? Конечно, есть. Дамы. Красотка. Ладно, хорошо, отбой. Ходи к Владу. Да. Подмасти. Король, червовый. Здесь, туз, червовый. Капец, тебе повезло. Ага. Красавчик. Что, Анька, готова подстрочник получать? Да блин, сегодня просто не мой день. И у вас были хорошие карты, а у меня плохие. Да, 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 конечно. Аня, давай, давай, да. Я бью так, только не больно. Хорошо. Не садитесь, я хочу взять разгон. Ты че, вообще? Давай, давай. Готова? Раз, два, три. Не могу. Офигела. Я отыграюсь, я так дам. Хорошо, вставай. Давай, Дарин. А теперь я. Теперь я. Пожалей. Ань, очень сладко. А ну. Здравствуйте. Ладно, чуть сам не упал. Ты чё? Легонько. Ну, это было не больно, я так отделалась. Да, да. Но это потому, я что говорю, я выиграю и вам так надаю. Это потому, что мы тебя пожалели. Да, конечно. Кто раздает? Кто раздает? Ты раздаешь, давай. Точно. Ну, я говорю, вам конец будет. Ну да, ну да. Второй раз проиграешь. Что ты говоришь? Я уже поняла, как играть надо. Да? Балда. Посмотрим. По-любому снова проиграю. Угу. Может, ты проиграешь. Дарин 2 раза получал подсрачников. Вообще-то я и без тебя знаю. Лера 1 подсрачник. Это было случайно. Аня тоже 1, но скоро будет 2. Да сейчас, там просто карты были плохие. Настя 1 подсрачник. Нет, я еще ни разу не получала. Я тоже ни разу. Давай 5. Давай. Что, продолжаем дальше? Вам всем будет кранты. Я первая вылечу. Конечно. Сейчас посмотрим. Посмотришь. Будешь еще один раз подсрачники получать. Может, ты и получишь, а я вылечу. Я посмотрю. Так, давай быстрее. Кто какую масть хочет? Бубу, Чирву. Пика. Я думаю, что будет Чирва. А мне без разницы. Чирва. Ой, посветила картой. Буба. Чирва. Буба! Да! Понятно. И Даринка, карты. Я хожу. Ой, вот. Дама. Ну что, у кого-то есть подкинуть? У меня нет. У меня тоже нет. Ну хорошо, отбой. Есть. Да, хорошо, Валентина Ивановна. Да, хорошо, я все понял. Я все проконтролирую. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Да все, я забираю. А можно было 6 карту кидать? Да, ну, да. 6 карт. Да. Хорошо. Так, я беру карту. Я тоже. Так, и вообще-то должна была первая брать я. Ну ничего страшного, ты тогда за меня взяла.
да? Ну ладно. Влад, Хадик, Настя. А он забрал. Настя, да. Петровна, сегодня. Хорошо сидим. Еще играете? Вам не надоело? Нет, не надоело. Иди туда, куда шел. Угу. А что это куда шел? Иди к нам, давай с нами гулять. Не получится. Валентина Ивановна дала вам задания, и вы сейчас их будете делать. Так что, ребят, прекращаем играть. Ботан, ты чего обалдел? Какие задания? Жара на улице, ничего делать не хочется. Тем более мы свои задания сделали перед этим. Вот, мы ничего делать не будем. Если хочешь, можешь с нами играть. Нет, иди, проваливай давай. Мы будем сами играть. Ботик, ну давайте мы это завтра сделаем. Но мы же сегодня устали. Давайте лучше сегодня уже отдохнем. Значит так. Валентина Ивановна дала вам всем задание, и вы их будете делать. Да, Ирюсик, тебя это тоже касается. Че сидим? Встаем. Отлично, вот и поиграли. Хоть подсраченьки не получу. Что нужно делать? Валентина Ивановна решила сварить варенье из сосновых шишек. Помните, как Маша и Медведь? Там Маша варила тоже варенье. Да, я помню, такой мультик классный. Она из всего варила варенье, даже из помидоров. Аня, я не поняла, ты чему так радуешься? Ты сейчас будешь собирать шишки для варенья. Шишки? Для варенья. Блин, да это полный бред. Ботан, вот ты прикалываешься над нами или это реально? Там прикалывается, что не видно. Что, давайте играть, кто там пересдает карты. Стоп, мы реально идем собирать шишки для варенья. Иначе пойду и расскажу все Валентине Ивановне. Да это полный бред, я в этом участвовать не буду. Ребята, кто со мной, поднимите руку. Я согласен, это бред. Дарин, ты будешь? Ладно, я согласна. Я не хочу заниматься этим бредом. Девочки, а я так понимаю, вы сильно шишки хотите собирать? Ну, Валентина Ивановна сказала, что надо. Значит, надо идти собирать. Если надо, значит, идите и собирайте. Мы ничего делать не будем. Хорошо, Лера, я вас понял. Девочки, вы идите со мной собирать шишки, а про вас я все расскажу Валентине Ивановне. Да пожалуйста, я уже все сказала, что я ничего не хочу собирать. Иди рассказывай кому хочешь, зануда. Поддерживаю. Слушайте, ну там же Валя расскажет все. Так мы скажем Валюхе, что мы подумали, что ботан пошутил, потому что мы не знали, что из шишек можно варить варенье. И вообще, мы сегодня всю свою работу сделали, поэтому мы сейчас спокойно можем идти и купаться. А вот это мы сейчас и сделаем. А пускай вот эти зануды собирают шишки на это вонючее варенье, а мы раздеваемся и идем в бассейн. Да, точно. Нам ничего не будет. Блин, Настя, да они в бассейн собираются идти. Не волнуйтесь, девочка, они свое получат. Держи ведро. Так, собираем зеленые шишки. Чем больше, тем лучше. Начинаем. Ну, классно. Так, девчонки, давайте быстрее. Нам еще целое ведро собирать. Да, ботан, мы все поняли, хорошо. Ну и где их тут нет вообще? Давай быстрее. Ой, а какая чистая водичка! Это не то, что ваши шишки. А какая она теплая! О, да! Как она расслабляет! Класс! Бомбочка! Ой, ой! Мы тут шишки на жаре собираем. Ботан, может... Мы в другой раз соберем, а? Да. Девочки, быстрее закончите, тоже пойдете купаться, а то они за это ответят, я вам обещаю. Блин, мы так мало собрали, даже пол ведра нет. Настя, давай быстрее, я тоже в бассейн хочу. Хорошо. У тебя ничего не получилось. Он не слышит тебя. У тебя ничего не получилось, смотри. Давай покажем ему. Да, смотри как надо. Давай, и учи. Сейчас тебе покажу. Профессионал. Сейчас у кого лучше, раз, два, три. Так, девочки, собирайте шишки, Валентина Ивановна верит, я вас тоже. А я пока пойду. Ну, так весело. А мы тут на жаре спим, эти шишки ждем. Ну ничего, пособираем шишки и пойдем купаться. Ты издеваешься, мы даже еще половины не собрали. Ну вот и пособираем шишки, пойдем купаться. Слушай, у меня идея, давай в них шишки не покидаем. Сейчас буду показывать мастер-план. Да. Шишка? Эй, вы что там совсем обалдели? Рвите свои шишки, зачем вы их сюда кидаете, а? Мы сейчас выйдем и вас бросим. Да вы что, все обалдели? Бассейн пачкается из-за вас. Когда кидать? Мы все Валентине Ивановне расскажем. Наверное, кому-то в лоб попали, раз так и чё. Я Валентине Ивановне все расскажу. Давай еще покидаем. Да нет, давай засобираем и уже пойдем в бассейн купаться. Ладно. А теперь я покажу, как я умею ходить на руках. Давай. Да ладно.
Опа, и не умеет ходить на руках. Я так должен быть. Почему? Кстати, я хочу попробовать сделать колесо. Колесо? Ну да, ну как-то. Давай, давай. Одно, давай, давай. Два. Ты же надо такое, совсем страх потеряли. Не слушаться Валентину Ивановну. Я вам покажу. В общем, мы сейчас играем в игру. Ага. Влад, ты становишься посередине бассейна. Мы с тобой рассоединяемся по сторонам бассейна. В общем, я туда, ты туда. Ага. И потом, кто первый к Владу подплывет под водой. О, хорошо, давайте. Отлично. Все. Все. Давайте. Так, вы готовы? Я готова. Я тоже. На счет три. Раз, два, три. Погнали. Да, а давайте тоже попробуй, девчонки. Да, хорошо, ты с Дариной. Давай. Хорошо, раз, нам. Так, ну что, вы готовы? Ну что, Даринка, давай. Ну давай, Владосик. Раз, два, три. Дарюсик, ты что с ним целуешься? А как же я? А, ты, Влад, ты, я тебя, Дарина, такого не ожидал.